радиаторы в микрофонную стойку. Хватит инструментальной музыки. Thank you.
Мы очень-очень весьма признательны. Так у нас репертуарчик не отобран. Не знаем, на каком языке петь. На самом деле хотелось бы вот каких-то новых песен попеть. А так как они новые, то они плохо получатся, скорее всего. Сейчас тут будет проскальзывать блюзовая тематика сейчас потихоньку. Вы уж не обессудьте. Расскажу предысторию сначала. Однажды ночью, не так давно, позвонил мне очень сильно пьяный организатор фестиваля «Дельта Невы» Сергей Некрасов и сказал, что мы обязательно должны участвовать в фестивале. Я испугался и написал несколько песен про «Дельту Невы». Но, к сожалению, когда он... Я ему перезвонил на следующий день, он ничего не помнил, и, скорее всего, нас туда не поставят, на всякий случай. Но песни родились. Thank you.
центр в Новый Орлеан. Там играет музыка, шумит океан. Девки там по центр, парни при усах. Там играет музыка, город тонет в огнях. Под водой ветер дует в саксофон. Я могу отстрелять все эти блюзовые песни, а потом делом займемся. Мне просто... Ты понимаешь, надо новые песни пару раз сыграть на людях, чтобы хоть пальцы начали ходить нормально. Это такой пиратский блюз. Про воду. Поганой рекой солнце редко встает, самоцвет не цветет, и молчат соловьи. А в поганой реке вода не течет. По пустым берегам гниют корабли. Над поганой рекой цепляя на взрыв, и камыш не шумит, ветер гонит листву. Над поганой рекой волки воют навзрыв. На слепую луну, да ледяную звезду. Одноглазого горит.
всю ночь для нас алые фонари. А в стоячей воде сухостой не стоит, только ветер гудит в проводах, да сводит с ума. А мы идем по реке, по поганой реке, туда, где нас ждет покой. Стаканчик вина и литр самогона. Ну, вы уж нас простите, потому что новые песни — это всегда такая настороженность в зале. И хочется энергии побольше, и начинаешь струны рвать. Вот Райдер. Страшно стало, да? Да. Тебе больше не надо, наверное, таких пока, да. Да? Ну, спасибо. She sends her regards.
Хотите, чтобы мы спели за деньги? Кого? Кого? Которые ноты не дотягивают? She's got yams and cabbages. She lives in the dome. I don't care if I'll never go home. My girl is the queen of the jungle fog. She'd see the things we see when we smoke. Call of life, he's a funny joke. She's sharp as a tack. I don't care if I'll never get back. Of her pillages, she eats
other queens, she's very religious. She doesn't use a fork. I don't think I'll go back to New York. Отыграли уже свою, мы готовы на записки отвечать. Группа поддержки, которую вижу сегодня в зале. Вы что думаете, мы шутим? Мы действительно готовы на записки отвечать. А ведь он прав. Который только, я не знаю. Это смотря по-русски или по-болгарски. А, за записки. Я записок не писал. Мне не за что вообще. Давай тогда по-итальянски, чтобы я текст еще перепутал. Давай. Буонасера, после 5 вечера. Thank you.
скажешь что-нибудь? О, классно. Мне кажется, мы такую динамику концерта вообще не сохраняем никак. Вроде прорыв какой-то есть, потом раз, опять сбросили. Поэтому нечего на старых артистов-то ходить. Они мало подпрыгивают. Нет, мы шаблон сломаем опять, чтобы они разошлись уже все. Вот, провеснуем песню. Thank you.
А тут, если был бы ревер, я бы как бы издалека допел текст, чтобы только на большой громкости было слышно метафору. Просто вы сами знаете в этом году, что с весной было. Так вот, песня и родилась. Что будет следом? Еще осень не начнется. Да. Так что-нибудь такое навязчивое. Может, покурим, пойдем или еще попоем? Как думаете? Попоем? Я же вредный артист. Я вам сейчас начну трип-хоп петь на весь день. Что вы будете делать? Ну, ладно, я уж там... Кто-то крикнул, я настроился. Так,
трип-хоп, 10 минут, 20 куплетов.
прошел 8 лет, да 8 зим. Кровью и зашел, да бородой порос. Как дошел, так нашел, посмотрел, да ушел. А что видел, так то не про вас вопрос. Коль лежите на печи, да грызете калачи, не про вас, ой, да не про вас вопрос. Все лежите на печи, да грызете калачи, так какой с таких, как вы, лентяев спрос? Немножко под конец от старости дикция нарушилась. Пойдемте покурим. Раз. И там мы как бы готовы к словесной экзекуции уже во время перекура. Да. Нам-то можно с вами?